Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Это снова я. Репортаж ведется из города Шахрисабза. Города Шахрисабза, Шаматан, Кишлак. Вот. Здесь все приезжают кушать самсу шахрисабскую, фирменную самсу. Этот кишлак Шаматан славится именно изготовлением, не изготовлением, а вот этот печкой вот этих самсу. Тандер. Тандер самса, да. Вот к нему подаются вот такие эти. Вот соус. А вот это еще айран называется, чалёп. Очень вкусно. Вот сейчас я вам посмотрю. Там вот сюзьма из сюзьмы это. Вот. Классно. Очень вкусненький. Особенно сейчас, когда при 40-градусной жаре. Вот внутри пока. После похмелья. После похмелья. Не только после похмелья. Вот еще здесь такая есть это, как особенность. Эту самсу едят именно с маслом. Вот растительное масло. Вот этот подсолнечное и этот уксус. Двухпроцентный. А, и вот это зеленый чай. Рассыпной. Вот внутри там что. Очень вкусно. Приехали на обед. Так жалко, что я завтра уезжаю отсюда. Вот здесь такой дворик. Вот люди сидят, кушают все. Любимый город Шахрисабз. Да, это вот тетя Раймапа. А это вот наш сыночек. Сын полка. Бахтиёр. Очень хороший сыночек у нее. Работает. Вот, ищем, как раз ищем хорошую невесту. Это обед хайт. Здесь все обычаи нухот варят. Вот какое вкусное блюдо. Хайт, куда нухот варят? Да. Подписчики. Да. Вот. Уважаемые подписчики, вот у нас в Шахрисабзе этот на хаит варят нухот. Очень вкусное блюдо. Горох и баранина. Больше ничего. Ну, естественно, курдюк баранина. Вот какая вкуснятина. Вам и не снилось. Приезжайте. Гостем будете. Кушай. Бахтик, ешь. Приятного аппетита. Вот бабуля тоже кушает. И сыночек, и Раймашка. Хаманя. Вот он до нее. Реально подписчиков. Гульшанки. Габр-габр. Вот яняшки мы кну мажем, рисуем, да. Это национальные обычаи. На хаит надо ставить. Можно да, точечки. И точки вот эти. Поменьше сделаем, ярко-ярко. А вот эти еще, я вот так сделала. Только не сжимайте. Вот так смотрим. Ничего, да, что мы на них не смотрим? Нет, это же мужчины же, они с бабушкой здороваются. Вот здесь один цветок какой-нибудь нарисуй. Ага, сейчас красивый. Так, вот здесь я тоже такой нарисую. Вот мы ставим. Красиво, да? Босс. Вот красота какая. Это хна такая. Вот это Раймашкина. Вот розочки я нарисовала. Вот красиво. Мана зяринка, хуликанная чроли, хна это нарисовали. И Манона, да. Ой, какая красота. Вот она сама зяринка красавица. А это мое.
Это мое. Самое скромное я не могла себе рисовать. Да, это я Няшкина. О, какая красота. Хна. Хенна. Манам буттаси хуйдам. А вот эта Заренька, вон у нее рука какая красивая. Аня. Свои хнаны. Хнаны покажите. Ну-ка, вот так держите. Вот у бабули. Дорогие у бабули мои, сами красивые. Подписчики. 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 Вот какие красивые руки у бабули. Бабуле 89 лет. На следующий год будет 90, дай бог, и 100. В таком темпе она и 100 лет проживет. Дай бог. Дети кушают халву. Это называется соч халву. Бахтик, что делаешь? Лежишь? Оператором стань. Не, надо, нормально идет. Только что она так красиво сидела, мы ее это делали. Вот так. Дети вон кушают. Это национальная халва, называется соч халва. Красивая девочка. Это Ясмина, ее так зовут. Урфа дочка. Средненькая. Сегодня у нас хаит, праздник. А вот бабушка сидит. Бабушка. Холикатта наша. Холикатта наша. Сколько уже вам лет в этом году? Мама. Да, сколько вам лет? Русчеля Габрин, Бруно. Мне 89. Ой, а вчера бабушке 88 было. Похоже они. Молодец. 89. Асы буса, бахтиор уйлансат, сухтам кераман, сухтан ёшин хвирада. Насы буса. Туя киласала. Насы буса. Кингур. Йога? Исын, зачем вы так делаешь? Махавасым китта наоборот. А вот Орф, этих девочек папа, попался. Большой мальчик стал. Он был тоже маленьким лялькой, большой такой. Я еще говорила, что он такой лялька гигантский. Самый высокий лялька был. Когда мы маленькие были. А это Бахтик лежит. Он с работы пришел. Экспорт халаб. Да, экспорт куда ты сделал? Джизакан. А в Турцию какие-то эти товары проэкспортировал и пришел вот домой. Она Заринка Косявича. Девочка. Маленькая была, шустрая была, лялька такая. А это вот цветы. Модница, да. Модница, красавица. Вот в этом дворе мое детство тоже прошло. Гульчан, с праздником! Руда Айлар Манан, дай Бог тебе здоровья, хорошей жизни, балаларина. Узуны Курген, Германия, дякла хаммалар шагма. Америка. Америка. Шотландия, ой, Орла. Шотландия. Америка, все хорошо, да, там они? Хорошо. Да, хорошо. Киога салома. Киога салома айткен. Балаларыңны үзүрүнө көргөн. Дай Бог тебе здоровья. Балаларың. Твои дети пускай растут хорошим, умным. Яхшы укушуна кирсин. Амин. Ярым урчу, ярым урбитте. А ничего, мы все такие. Ha 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 ha!
Давайте, начинайте, говорите. Сколько это? Дорогие мои подписчики. Да, или говорю, или нет. Дай Бог тебе здоровья, хорошей жизни. Тёй Тобусон, муж твой, пускай здоровый. Еще один огурчок. Тога, да. Да, Тобусон. Кинг, сак сам бой хуй, вот он. Бірге. Самолетті USM взем, іші бараміз, приїдем, самолет приїдем, бірвичок. Дай Бог здоров'я, твоя життя хороша буде, пускай. Пускай. Спасибо. Добрый день, уважаемые подписчики. Я сейчас в данное время нахожусь в Шахрисабзе. Здесь вот у нас самое знаменитое мороженое продают на станции. Это такое место станции называется. Такое мороженое, это вы ели только в советское время. Пломбир очень совпадает вот этот вкус. Это мороженое даже нет в Ташкенте. Даже где Ганга есть, такого здесь мороженого нет. Очень рекомендую, приезжайте обязательно в город Шахрисабз, попробуйте вот это мороженое. А, вы к слову до этого меда? А много то. А много то. Мана крутла до тарела. А, мана крутла до тарела. Мана гифтига сина довольна, мана. Гифтла. Тош патыр дейм, тош көр. Бүйемін тош? Амма тұр, маңа қара. Мұны шақыт тұр, тәміні көрім. Қоз біш мен берем айын. Бүйем ұзыздан ойларыз да, патығларыз. Қарай гір-гір қайырға бұл гір-гір. Тамағы өткен гір-гір паска. А, паска. Үша, есімне бұда гір-гір барыды берге. Озырам бұл. Айтинче? Ман 88. Молодец. Купилеше 100-ге кирин. 24-нчи йил ма? 10-нчи январга табылган. Эй, молодец. Сиз тоҗикмисез ё өзбекмисез? Өзбек. А, ха. Рахмат, сау булин. Хоп, рахмат. Хоп, рахмат. Так что приезжайте в Ташкент, будем рады. Отвезем вас куда надо. На этом заканчиваю свой репортаж. Очень хочется кушать. Самса остывает. Спасибо, мои дорогие подписчики.